Работы по капитальному ремонту Первоуральского туберкулезного диспансера будут ускорены. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Дело в том, что здание больницы на Гагарина 46, о котором вы пишете, было построено еще в 70-е и имело фактически 100% износ инженерных сетей, а потому требовало очень серьезной реновации, отсюда и сроки длительные. По данным областного Минздрава, ремонт теплотрассы, ведущей к зданию тубдиспансера, уже завершен. Заменены внутренние коммуникации. Сейчас разрабатывается проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Губернатор пообещал ускорить процесс ремонта. В настоящее время медицинскую помощь первоуральцам, которые болеют туберкулезом, оказывают в больнице соседнего города Ревда. Пациентов туда доставляют специальным медицинским транспортом.